На оренбургские пляжи горожане массово повалили еще до официального открытия сезона. Сегодня, даже несмотря на будний день, у кромки воды людно. Этот пятачок под мостом через Сакмару в конце проспекта братьев Коростелевых долгие годы считался злачным местом. Здесь облюбовали себе стоянку мойщики автомобилей, а самое главное, мусор отсюда можно было вывозить самосвалами. За порядком никто особо не следил. Теперь же некогда дикий пляж, куда пришел частный инвестор, оборудован грибками, раздевалками, а самое главное, очищен от хлама, что для местных отдыхающих сродни чуду. Раньше было не так хорошо, конечно, было много мусора. Сейчас почистили все, поставили вот прекрасные грибочки. А вот об излюбленном месте отдыха горожан, пляже на Беловке, отзывы из года в год негативные. Загорать и купаться здесь рискнет далеко не каждый. Несмотря на то, что пляж перед началом сезона чистили, и чистили капитально, многие отдыхающие по-прежнему с опаской заходят в мутные уральские воды. Ведь колюще режущих сюрпризов там по-прежнему предостаточно. Буквально с первых шагов натыкаемся на выброшенные бутылки из-под пива и водки. Принесли их явно не дети, но вот расплачиваться своим здоровьем чаще приходится именно малышам. Дочка прыгнула в воду, на стекло упала и ногу проткнула. Люди, не гадьте на пляжах. Боимся, конечно. Сейчас вот стекло нашли, выбросили. Хотелось бы, чтобы убирали, чистили, потому что с детьми много народу. Ну, очень много, буквально вон за вами грязная вода. Хотелось бы почище, конечно, потому что купаться хочется, отдыхать. Ну и бутылки, естественно, мусора тоже много. Порядок на пляже коммунальщики стараются поддерживать. Всю территорию буквально прочесывают по нескольку раз в день. Но обеспечить полную безопасность они не в силах. Вы сами понимаете, что за каждой бумажкой дворника не прикрепишь. Наши жители, горожане, которые отдыхают на пляже, они сами просто кладут мусор в определенные урны. Поэтому кидают, мусорят практически сами же под себя. А ведь это еще посреди рабочей недели, когда отдыхающих у воды сравнительно немного. Во что превратятся пляжи после первых выходных с начала сезона и скольким купальщикам придется обратиться за медицинской помощью из-за невоспитанности соседей по отдыху, остается только гадать. Виталий Сапожников, Виктор Горшенев, Дмитрий Примачек. Наше время.